Так. По волшебным американским дорогам. Поближе подойдите, пожалуйста. Так. В общем, ехали, я на две камеры. Да. Ехали к Михаилу в гости. А когда из Сан-Франциско выезжаешь, очень много ям. И как бы я знала, что много ям, но ты никогда не помнишь, какой они полосе. В общем, в какую-то мы заехали. И причем мы ехали полтора часа, видимо, на спущенной шине. Хорошо, мы заехали заправиться, нам мужик сказал, что типа вот шина спущена. Приехали сюда, у нас уже колесо все пошло вот такими буграми. Ну, вот как сама шина. Не металл, а резина. Резина, да. Угу. И сейчас они мне еще позвонили, сказали, что не только задняя, но и передняя. То есть мы так конкретно въехали в яму. Так. Они нам заказали с какого-то склада, быстро привезли шины. Стало это где-то, по-моему, $500 она мне сказала. Мама. Да. Ну, главное, чтобы мы сейчас нормально еще до дома доехали. Так. Мы, друзья, находимся в городе Скотсвалы. Шотландская долина, по-простому. И вот за спиной у меня, давайте я так, с моделями, вот так, вот. Вот это место называется Skips Tire and Auto Centers. Вот, осталось понять, починили нам колеса эти или нет. Давайте посмотрим. Ну что, друзья, не прошло и там 20 минут, как наш гость и блогер Марина Могилка вышла из учреждения, расставшись с какой-то суммой денег. Сейчас мы узнаем у нее подробности. $491.93. Так. То есть нет скидки, что, допустим, симпатичная девушка там? Нет. Скидок нет. Сказали, что да, ну, сильно стукнулись в какую-то яму. Сказали, так. Где вы нашли такие ямы. Говорю, 101-я дорога из Сан-Франциско. Так. Вот, сказали, ну, поаккуратнее, и сказали, что на такие случаи есть у некоторых вот таких центров страховка специальная, ты меняешь у них все 4 колеса, ой, покупаешь страховку от вот таких дорожных тем, она говорит, в вашем случае, если вы едете там часто, то... Ну, да, ну, вам это слишком далеко, это... Нет, не здесь, а в Сан-Франциско, я говорю, в следующий раз, чтобы менять колеса, угу, меняйте все 4, возьмите страховку такую. Понял, ну, понял. Ну, потому что я вижу реально людей постоянно на обочинах. Ты серьезно? Ну, постоянно. Слушайте, а я как-то не замечал... Вот 101-я, которая идет от Сан-Франциско, вот как раз, когда она проходит мимо океана. Знаете, да, этот участок, когда слева океан, да, видно? Да. Вот там вот такие ямища огромные. Чего только не узнаешь, каких ужасов о жизни в Соединенных Штатах. Вот многие думают, спрашивают часто, какие недостатки? Да, вот, пожалуйста, мы не скрываем. Дороги, да. Да, не проедешь. К сожалению. Не проедешь нигде. Ну, чего же? Так, давайте я так вас покажу. Вот. А вы сделаете какой-нибудь па? О, хорошо. Это для наших зрителей. Завершающее. До свидания.